Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслица» – еженедельную разминку по русскому языку. Как часто на телевидении мы слышим фразы «доказательства через несколько секунд», а дальше идет рекламный блок минут на пять, или «подробности через мгновение» и снова реклама. Тема нашей сегодняшней программы – миозис, или преуменьшение. Этот троп, или образный оборот, еще называют обратной гиперболой. Он состоит в намеренном преуменьшении качеств, свойств, признаков предмета или явления. Например, «хорошая сумка» – сойдет, или «ничего себе кино». Миозис усиливает изобразительность и выразительность речи, выражает положительную, но чаще отрицательную оценку. Например, «да уж, идейка». Часто этот троп или образный оборот создается при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. Например, «есть у меня кое-какая мыслишка». Иногда миозис используется говорящим в целях создания иронии, намеренной сдержанности оценок при замене грубого выражения более мягким. «Да, продукты сегодня не первой свежести» или «Петров тогда еще под стол пешком ходил». Кстати, вы обратили внимание на современное употребление «как бы» в целях смягчения категоричности речи? «Он как бы руководит этим процессом» или «он как бы топ-менеджер». Разновидностью миозиса является «ли-то-то». Это отрицание отрицания, в результате понимаемое как утверждение. Например, «небезопасное средство» или «не лишенный обаяния мужчина». Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!